Սարիկ Անդրեասյան, մարդով հայտնվելով Մոսկվայում, հաստատական որոշել էր մուտք գործել կինոարտադրություն։ Սարիկը թակեց հնարավոր բոլոր դռները, գրեց սցենարներ անվճար, իհարկե այն պայմանով, որ նրան հնարավորություն կտան նկարահանել սեփական ֆիլմը։ Նահանդրությանն առավել հայտնի է շնորհավոր Ամանոր, Մայրեր, Ծառայողական Սիրավեպ, Մեր Օրեր, Մայրեր և այլ ֆիլմերով։ Իսկ ահա այսօր Սարիկ Անդրեասյանի նկարահանած վերջին կողոպուտ ամերիկյան ձևով ֆիլմում խաղում են հոլիվուդյան աստղեր, ինչպիսիք են Էդրիեն Բրոուդին, Հայդեն Քրիստենսենը, Էքնը և այլք։ Ուրախությամբ պետք է փաստենք, որ այսօր Սարիկ Անդրեասյանի անունը հնչում է միջազգային հարթակներում։ Այսօր մեր հյուրն է սցենարիստ, ռեժիսոր, պրոդյուսեր Սարիկ Անդրեասյանը, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Այ ոչ բոլոր ռեժիսորներին է հնարավորություն ընձեռում Օսկարակիր դերասանի նկարահանել իրենց ֆիլմերում, և ինչպես ստացվեց համագործակցությունը Օսկարակիր Էդրիեն Բրոուդիի հետ, այ դժվար էր իր հետ բանակցել, որպեսզի նկարահանվի ֆիլմում։ Ну, Эдриан Броуди, безусловно, у него есть Оскар, но я не скажу, что было сложно, потому что, ну, он актер определенного статуса, он как бы великий актер, поэтому мне было с ним очень интересно, и ну, он изначально понимал, что он идет ко мне как режиссеру, и у него, в принципе, не было к этому вопросов, и он во всем ну, слушался, когда я что-то говорил, то есть, или когда мы обсуждали роль. Безусловно, я слушал его, потому что у него там невероятный опыт, и он как бы большой талант. И мы вот вместе создавали его роль, соответственно, вместе читали сценарий, и у нас, ну, как бы все на самом деле сложилось. Поэтому это несложно. Если человек талантливый, адекватный, то во всем вы найдете общий язык. Я думаю, что, ну, как бы я был очень доволен, все прошло хорошо. А, իսկ ինչ հետաքրական դեպքեր տեղի ունեցան նկարահանման հրապարակում? Ну, у нас было много импровизаций на площадке. К примеру, в фильме есть сцена, когда он приезжает на желтой машине за героем Хейдена Кристенсена. И дело в том, что эта сцена полностью симпровизирована, потому что ну, в сценарии не было диалогов. То есть было просто написано, что как бы, герой Фрэнки приезжает за героем Джеймса в автомастерскую. И, соответственно, я пришел к Эдриану и говорю, что я считаю, что нужно что-то сказать в сцене, потому что твой герой должен его уговорить поехать с собой, вместе с тобой. И Эдриан сказал, хорошо, я подумаю, как его уговорить. И я не знал, что он будет делать в этой сцене. У нас было где-то 2-3 камеры. Мы их изначально поставили там, на общий план, на средний, на крупный, чтобы увидеть просто все действие, всю мизансцену. И, соответственно, приехал Эдриан на этой машине, и все, что там абсолютно было, это все снято с одного дубля. И даже Хейден Кристенсен не знал, что будет говорить Броуди, да. И, соответственно, он реагировал на его импровизацию. То есть все абсолютно, что там есть, это вот придумано, ну, как бы сходу. И, ну, это прекрасно, это очень хорошая сцена получилась. Я просто, это опять же к профессионализму актера, что этим можно восхищаться, потому что не каждому актеру ты можешь прийти и сказать, скажи что-нибудь или там сыграй что-нибудь, чтобы было интересно. А они как-то это могут, ну, это как бы профессионализм. И, ну, если вы посмотрите фильм, там, безусловно, мне кажется, что видно, что они получают удовольствие от того, что они делают, что это вот рождается прямо там, на месте. Իսկ իմպրովիզացիոն հատվածներ շատ են եղել ֆիլմում? Было много, я думаю, да. Ну, опять же, не прямо на месте, а все-таки многие вещи актеры допридумывали, потому что, ну, есть диалог, то мы репетируем, и актер говорит, что я считаю, что можно сказать по-другому, или можно вот так вот сделать. И, соответственно, я с чем-то соглашался, потому что, ну, я всегда считаю, что актеру нужно давать волю, потому что в кино это актер. Ну, то есть зритель приходит смотреть на актера, зритель не видит режиссера в картине. И поэтому очень важно, чтобы актеру было комфортно, и актер понимал, ну, делал так, как ему удобно. Ну, понятное дело, чтобы это все не расходилось с самим фильмом. И поэтому, ну, много-немного, ну, наверное, там 10% фильма, и там есть импровизация. Սցենարական պլանը, երբ որ ներկայացվեց, փոփոխություններ իրենց կողմից առաջարկներ, որպեսզի փոփոխություններ լինեն, շատ են եղել կամ եղել են, թե ոչ? Мы переписали, мне кажется, 50% сценария. То есть мы купили сценарий у Рауля Инглиса, потому что нам очень нравился финал фильма. То есть это, ну, там, потрясающий финал. И все, как бы все остальное мы, в принципе, месяца 2-3 до съемок
мы сидели, обсуждали, то есть, ну, у нас был, это как бы наш свой сценарист, который дописывал какие-то вещи, и то есть я и Хейден Кристенсен, мы это все допридумывали, то есть мы, я не знаю, мне кажется, что, ну, очень много придумали, потому что, опять же, нам снимать, это, ну, как бы, я знал бюджет фильма, я понимал, что я могу себе позволить, что нет, как мне нужно делать, то есть там были эпизоды, от которых мы отказались, потому что в них не было там смысла драматургического, к примеру. Изначально в первом варианте сценария вместо героини Джорданы Брюстер, вместо девушки, был отец главного героя. И, соответственно, ну, как бы, вот параллельной линией шел отец, которого там убивают главные злодеи и прочее. И, соответственно, ну, как бы мы подумали, что это не очень интересно, потому что все равно должна быть женщина в кино, должна быть любовь. И мы, соответственно, переделали эту линию. И все ограбление банка мы тоже сами написали, потому что мы хотели сделать кино очень правдивое, и мы интересовались, как можно действительно ограбить банк. Мы встречались с владельцами банка, реальными в Америке, которые нам рассказывали, что ограбить банк невозможно. Что банк можно ограбить только одним способом, если вы знаете, во сколько и в какой день открывается хранилище. То есть хранилище открывается автоматизированно. То есть вы не можете прийти взорвать хранилище или заставить его открыть. То есть в неделю один раз на 5 минут открывается хранилище, когда люди заносят туда деньги. Вообще в американских, в канадских банках. И, соответственно, вот мы в кино и сделали этот сюжет, что они узнают информацию, когда открывается хранилище банка. А сколько на космель фильме бюджет? Инна миллион долларов. Инна миллион долларов. Шатляв, потенциально мы чарачи на анкам Торонто и Паратанум Русастана Неркацнох, режиссеры фильма Неркацвел, ай сгадцогуцунер, инч бэсэн тунец хандисатэсэ? Очень хорошо приняли фильм. То есть, ну, фильм все равно, он как бы не только российский, он и канадский, и американский, потому что там, ну, несколько стран давали деньги. Поэтому, да, ну, как российский режиссер, то есть я первый был в Торонто. Но это был вечерний показ, соответственно, это и ковровые дорожки, все по-взрослому. Ну, то есть так, как на всех остальных премьерах. То есть, я не знаю, там «Властелин колец» была такая же премьера, к примеру. Или там «Великий уравнитель» был с Дензелом Вашингтоном, та же премьера, да, в одном и том же зале. Соответственно, было очень хорошо, полный зал. Это люди, которые купили билеты, там же такой смотр. Люди покупают билеты, там не смотр критиков или еще что-то. Ну, все досидели до конца, все аплодировали, все было хорошо. То есть я в первый раз был на таком фестивале. То есть мои фильмы не показывали там где-то в Венеции или в Берлине. И я не знаю, как реагируют в принципе. Но было очень хорошо, то есть я был воодушевлен. Դուք նկարահանել եք և կոմեդիա, և մելոդրամա. Հեշտ է հանդիսականին ավելի շատ ծիծաղեցնել, թե հուզել? Я думаю, что все сложно. И комедию снимать сложно, и драму снимать сложно, но драму, может быть, то есть я там, может, самоуверенно говорю, но мне кажется, что драму легче снимать, потому что американцев есть такая гениальная фраза, они говорят, что насилие, оно понятно во всем мире, а юмор, он индивидуальный. То есть то, что смешно, допустим, в Армении, не смешно в России. То, что смешно в России, не смешно в Америке. То есть невозможно сделать комедию, которая будет смешна всем, потому что у каждого свой юмор. Кто-то интеллигентный слишком, кто-то наоборот и прочее. А с насилием, с драмой все намного понятнее. Все понимают, что такое боль. То есть все понимают, что такое потеря, все понимают, что такое грусть во всем мире. Поэтому, когда мне в Америке предложили снимать кино, я очень, ну, как бы просил, чтобы это была не комедия, потому что я понимал, что комедию не будут смотреть там во всем мире. Фильм «Арутяна» ныркацված է որպես մարտաֆիլմ, բայց իրականում այն դրամա է. Այդ դա նախորոք մտածված քայլ էր, թե Мы продавали фильм как боевик. Почему? Потому что драму продать сложнее. Ну, то есть, когда у тебя покупают кино телевидение, дистрибьюторы из разных стран мира, то есть на нас 50 стран купили фильм. И, соответственно, если бы мы им сказали, что это, ну, это очень тяжелая драма, там Броуди постоянно плачет, они выясняют отношения, еще что-то, они сказали бы, ну, значит, ваш фильм стоит, я не знаю, не 100 тысяч долларов, а 20 тысяч долларов. Ну, потому что у драмы меньше цена, драма, ну,
меньше нужна, так скажем, аудитории. И, соответственно, понятное дело, что мы поэтому и снимали очень много вот этих перестрелок в конце, последние 20 минут фильма, когда непосредственно в банк ребята идут, чтобы у нас была возможность смонтировать трейлер, ролики, сделать постер, ну, то есть, чтобы было ощущение большого боевика. Но в реальности, то есть, мы понимаем, что многие пришли, они, возможно, разочаровались, что не увидели крутой боевик. Но зато есть та аудитория, которая любит умное кино и которая, ну, как бы говорит нам спасибо, потому что там очень сильные человеческие отношения. Пес нашетик фильма гнелен хисун еркир. Ай нуман хаджагутян ираканум спасум эйг. Ну, мне, то есть мы изначально сделали правильную вещь, что фильм у нас на английском языке. Когда ты снимаешь фильм на английском языке, соответственно, у тебя международный фильм. Ну, опять же, да, если там американские актеры, английский язык, снятый в Америке, это международный фильм. Поэтому я, в принципе, понимал, что будут покупать фильм. Но 50 стран — это, в принципе, все существующие страны, где есть кинотеатры, еще что-то там. Ну, даже там Африка вся продана, Латинская Америка, абсолютно все. Ну, я еще не знаю, какой успех у фильма, потому что пока что он вышел в прокат только в России, Казахстане, Украине, Прибалтике и в Армении. То есть в Европе он выйдет в прокат, я думаю, летом, в Америке он выходит в конце лета. Поэтому, ну, то есть, надо, наверное, судить о успехе фильма после того, как его увидят люди. То есть в России, в Армении я понимаю, что, ну, я там слышу очень много хороших отзывов о фильме, я понимаю, что, в принципе, да, людям понравилось, то есть, значит, ну, значит, все не зря. А то, что там все страны купили, деньги заплатили, ну, это, конечно, тоже очень хорошо. Ահա շուրջ 21 տարի է, ինչ ռուսական ֆիլմերը Օսկար չեն ստացել։ Հնարավոր է, որ կողոպուտ ամերիկյան ձևով ֆիլմը նոմինացվի Օսկարի։ Мне кажется, нет. Почему? Потому что если мы говорим про Оскар, получают те фильмы, то есть за лучший иностранный фильм. Ну, то есть, допустим, «Утомленный солнцем», когда получали Оскар 21 год назад, это был фильм на русском языке, то есть про Россию. У меня фильм про Америку на английском языке. Просто снятый, ну, как бы режиссером из России, хотя в той же Америке люди, они говорят, армянский режиссер. Ну, то есть, как бы, им так, видимо, удобнее. Соответственно, ну, это будет странно, если от Армении или от России мы отправим фильм на номинацию «Оскар» с Броуди. То есть, это, ну, как бы, мне кажется, просто киноакадемия не поймет. А отправить ее от Америки мы тоже не можем, потому что, как бы, официально у нас как бы Канада, Россия, Люксембург производят кино. Поэтому это странно. То есть этот фильм все равно не снят для «Оскара» или для «Золотого глобуса». Он снят для того, чтобы его люди увидели. Ну, как-то так. Я думаю, что вот последние 20 минут фильма, когда мы грабим банк и идет дождь постоянно, это было очень сложно, потому что в каждом кадре идет дождь. Даже когда мы снимаем в помещении, за окном идет дождь, то есть постоянно идет дождь, и это просто, ну, это огромное количество, то есть мы заливали 3-4 улицы дождем, это просто сотни работников, то есть у меня группа была стандартно 120 человек, когда мы снимали банк, я думаю, что это было уже человек 200, и ими всеми нужно управлять, соответственно, это все еще очень дорого, продюсеры постоянно говорят, денег нет, хватит, давайте без дождя, что вы себе позволяете. Это во всем мире продюсеры так себя ведут, не только в России, в Армении. Везде все продюсеры всегда хотят сэкономить. Но нам был очень необходим дождь, поэтому, ну, я как бы, мы отстояли это. И очень было сложно, потому что, допустим, вот вы стреляете в окно, оно разбивается, вам нужен второй дубль. И вы заново ставите окно и опять его разбиваете. И дело в том, что еще нужно, чтобы это разбилось так же, как и в том дубле. Ну, как бы, когда стекла остаются, осколки. А потом вы выходите, снимаете то же самое с улицы, и вы опять ставите окно. И, ну, как бы, ну, то есть, я не знаю, там, на сколько тысяч долларов разбито окон, а потом еще и, как бы, на компьютерной графике это доделано. Понятное дело, что все эти пули, автоматы, близко к камере стоять нельзя, близко к актеру стоять нельзя, то нельзя, это нельзя. В Америке еще все запрещено, потому что как бы все за безопасность. Слава богу, у меня был свой оператор из России, и его было не жалко американцам, и его ставили к тем камерам, ну, туда, где опасно, ставили моего оператора из России. Но зато кадры получились очень хорошие. Դերասանի արչև դնել խնդիր թարգմանչի միջոցով, հա, քանի որ օտար լեզվին այդքան էլ լավ չեք տիրապետում, արդյոք հեշտ էր ու արդյունքը ինչպիսին էր, ձեզ գոհացնում էր?
Ну, я на самом деле считаю, что кино – это очень визуальный язык, в первую очередь. То есть все равно все мы понимаем, что такое кино. А интонационно я все равно понимаю язык. То есть я понимаю, ну, когда… То есть если мы встретим японца, мы все равно поймем, ругается он или он хорошо к нам относится, даже не понимая язык. Соответственно, вот то же самое у меня. Я понимаю английский, хорошо, в принципе, понимаю, но говорить мне очень тяжело. Я могу говорить на простом уровне. Ну, то есть я могу говорить по-дружески, я могу часами говорить на английском просто там за столом, но если мне скажут «расскажи про роль», ну, литературно, там, как в книге пишут, то есть я не способен это сделать, то есть мне очень тяжело. И, соответственно, ну, а я считаю, что Броуди, у которого есть Оскар, он не должен стоять и часами пытаться понимать мой не самый лучший английский, ну, как бы зачем мне отнимать его время. И, соответственно, у меня был переводчик, и я через переводчика все передавал. А он, ну, все понимал, то есть они… Я у них даже спрашивал, это не в первый раз. То есть Броуди снимался в Китае, он говорил, что он работал с китайцами, которые вообще не знали английский. Ну, то есть там был просто один переводчик. Допустим, тот же Джон Ву, который без лица снял «Миссия невыполнима», великий режиссер американский, он вообще не знает английский, он за 20 лет его не выучил. Он, ну, он говорит через переводчика с актерами, хотя у него играли там от Николаса Кейджа до Траволты, ну, то есть все. В Америке это нормально, то есть они, в принципе, к этому открыты. Актеры, ну и не только актеры, они такая, ну, страна, в которой американцев-то и нет, все приезжие. Поэтому, ну, то есть какого-то дискомфорта не было. Ага. Фильмы ворагел эк русакан фильм Холливудиан астхари маснакцютям. Инчу че ураки Холливудиан фильм? Потому что мы хотели, чтобы в прокате фильм заработал денег в России. Такие фильмы, ну, драматические, они не зарабатывают много денег в России. Потому что, ну, как бы народ драму не очень любит. И, соответственно, мы понимали, что если мы скажем, что это вот просто голливудская драма, будет очень мало зрителей, что даже не все кинотеатры возьмут прокат. Когда мы сказали, что это российский фильм с голливудскими актерами, всем стало интересно, сразу телевидение стало интересоваться этим, кинотеатры подключились, и поэтому у нас там широкий прокат, в принципе, ну, мы есть в каждом кинотеатре в стране. Ну, это такой, это маркетинг. Ну, то есть… Мы, в принципе, никого не обманывали, да, это там российский режиссер, российские продюсеры, американские актеры. Ну, и мы сказали, что это российский фильм. Դուք նշել եք, որ բացառապես ռուսական ֆիլմ նկարահանելով արեմուտքի հետ մրցել դժվար է, եւ հենց արեմտյան դերասանների ներգրավելով ֆիլմերում այն ավելի լայն տարածում է գտնում։ Դա է պատճառը, որ հոլիվուդյան դերասանների եք ներառել, թե ռուսский язык. Вот мы можем снять фильм на армянском языке. Большой фильм, он может стоить 100 миллионов долларов. Но если он будет на армянском языке, он никому не будет нужен, кроме как армянам. Потому что во всем мире международный язык английский. То есть то же самое с Россией. Любое кино, снятое на русском языке в России, были фильмы, и «Сталинград» был за 40 миллионов долларов, и есть просто фильмы там за 2 миллиона долларов. Эти фильмы, они не выходят за пределы русскоговорящего населения. Ну, то есть максимум, что будет, это Прибалтика еще. Там Украина, соответственно, Казахстан. Поэтому если… Ну, как бы вы хотите, чтобы кино как-то было замечено, оно должно быть на английском языке. Поэтому, соответственно, нужно делать, ну, как бы только в этом загадка. То есть, как только кино на английском языке, им интересуется, его кто-то хочет купить, французы его могут купить, англичане. А там, условно, на армянском языке или на русском вряд ли кто-то что-то купит. Поэтому, то есть, таким образом можно конкурировать, потому что хочется снимать кино, которое купят во всем мире, которое всем будет интересно. То есть, ну, это можно снимать там… Российско-американский фильм, там, ну, как бы просто делать это вместе. Տեղյակեմ, որ ցանկանում եք ֆիլմ նկարահանել նաև երկրաշարժի մասին, մի փոքր կբացեք ճակերտները. Ну, мы собираемся этот фильм делать с компанией Mars Media. Это Рубен Дирдичан, уважаемый продюсер в России, большой продюсер. Соответственно, он снимал какие-то фильмы в Армении, ну, в смысле, у него уже есть этот опыт. И, соответственно, идея была моя про землетрясение. Я года 3-4 хочу это сделать. И, соответственно, мы там написали один сценарий, сейчас второй, там мы напишем сейчас третий вариант. Это будет большая такая, ну, это будет фильм-катастрофа про землетрясение в Армении. То есть прям про то, как люди с этим справились, какой героизм люди проявили, то есть как все страны помогали. Ну, это такое большое кино драматическое. Без политического подтекста, то есть почему именно землетрясение, потому что мне нравится то, что нет политического подтекста. Я понимаю, произошло землетрясение, люди столкнулись с проблемой, и они с этим борются, как, ну вот именно, то есть я просто хочу показать
такой, ну, там, великую армянскую душу, там, и не только, да, и русскую, которые там все пришли на помощь. То есть мне кажется, что это важно, особенно в это время, когда происходят вот все эти истории, которые пытаются нас разъединить, и ситуации, которые там происходят с Украиной. Я думаю, что людям нужно кино, то есть культура – это самое сильное оружие, которое может как-то объединить, хотя бы, чтобы люди не воевали. Այստեղ լսումներ տեղի ունեցան, դուք դերասաններ էիք ընտրում, որպեսզի նկարահանվեն ֆիլմում։ Այ ինչպիսին է տպավորությունները, քանի որ աշխատում եք նաև ռուս եւ օտարազգի դերասանների հետ։ Я в принципе не знаю армянских актёров, потому что я здесь не жил. И поэтому все актёры, которые ко мне приходили на кастинг, это для меня новость. Ну, то есть я их из них никого не знаю, да, я не знаю их способности, мы просто общались. Ну, то есть, на это первый этап был просто, то есть, мы еще не репетировали, они не читали сцены и сценарии или еще что-то, мы просто общались на уровне энергетики, чтобы я понимал, ну, как бы, как он выглядит, как он говорит, какой у него голос, приятный это человек, неприятный, то есть, ну, вот эти вещи почувствовать. В целом, я очень доволен, потому что, ну, люди открыты, все равно я армянин, я понимаю ментальность, мне с ними было интересно. И, соответственно, ну, и все зачастую очень хорошо выглядят, то есть все равно у них у всех есть какой-то типаж. Поэтому, ну, первое мое впечатление, что я доволен. То есть, понятное дело, когда будет сценарий, там, фильм еще будет сниматься на русском, то есть 70%, потому что мы хотим, чтобы и в России этот фильм прогремел. И я понимаю, что будет большая сложность, что многие ребята, в принципе, не знают русский, но, как бы, придется говорить на нем. Поэтому я думаю, что мы это будем... тоже как-то и репетировать, и там тексты заранее учить, чтобы они понимали. Ну, это такой большой труд. То есть мы собираемся, да, я думаю, наверное, с июня, с июля готовиться к фильму. Исково линелю сценариста? Сценарист у нас Арсен Данилян. Uh-huh. Если вы, наверное, помните команду «Квен Ерми», вот Арсен играл в ней. И как бы, ну, замечательно играл. И потом, я помню... армянские вот фильмы в 90-х, там Мэри Бака, вот он тоже там солировал как актер, но он уже давно живет в Москве, он пишет там и «Последний из магикян», еще какие-то, то есть там и фильмы, и сериалы. Соответственно, я к нему обратился года 2-3 назад с этой идеей, и он стал ковыряться, он встречался с людьми, там и от пожарных до строителей, до просто тех, кто спасал людей, ну, касательно Линнакана. И он сюда приезжал, общался с людьми. Это тоже тяжело, потому что, ну, как бы люди начинают вспоминать, плакать. Но нам нужна была эта информация, то есть, потому что все, что мы там написали в сценарии, это все правда. То есть мы, в принципе, ничего не придумали. То есть мы просто собрали истории от разных людей и хотим это рассказать. То есть там, ну, там есть невероятные истории. И готовиться мы будем, там, я думаю, с июля, а снимать в ноябре, потому что было 7 декабря, все равно была зима. И мы не можем снимать это в августе, в солнечную погоду, и выдавать это за зиму. Мы будем ждать, пока будет такая погода. Ну, как бы, я надеюсь, что все произойдет. Это будет сложно, но надеюсь. Что для Воререс, наев, дук неркая геген, фатьякни спи фильми премьерай, на инчписинер топоволюцюна? Мне фильм очень понравился. Почему? Потому что я, на самом деле, я люблю только один армянский фильм, это «Майрик» французский. Мне не нравится все, что снял потом Эгоян, мне не нравится ни «Гнездо жаворонка», который сняли итальянцы. То есть мне, не нравились эти фильмы по масштабу, то есть это видно, что это малобюджетное маленькое кино, которое пытаются выдать за большое, и мне не нравилось то, что они политические, что как бы они не про человека, а они про, как бы, они сделаны для того, чтобы угодить властям, чтобы был какой-то, ну, это не кино, это не имеет отношения к кино, это имеет отношение к политике. Этот фильм мне понравился тем, что он не имеет никакого отношения к политике. Это просто фильм. Это как бы фильм про человека, про армянина, который 8 лет ищет своих дочерей. То есть для меня это понятная история. Условно, как я смотрю фильм «Пианист» с тем же Броуди, это история еврея, который 10 лет скрывается от немцев, которые в его городе хотят его убить. Ну, то есть от фашизма. Для меня это очень понятная история. Мне тогда уже все равно, еврей он, там, армянин, поляк. То есть это просто хорошее кино. То есть точно так же я отношусь вот к фильму «Шрам». То есть это просто хороший фильм про армянина. Вот так вот. То есть я не думаю, а насколько правдиво показан геноцид, а какой политический... То есть, ну, я не думаю. Может быть, кто-то думает, для кого-то имеет значение. Для меня, как для зрителя, мне было важно, что я, ну, воспринимал это как кино про армян, и я, допустим, хотел бы, чтобы мой ребенок
посмотрел это кино. Ну, то есть, когда вот он, у меня сын вырастет и сможет понимать, я бы хотел, чтобы он посмотрел, как там люди страдали. Ну, то есть, и там прошли целый путь. Там очень хорошо показано, я это называю некое армянство, когда человек оказался в Ливии, ему помогли, потом он оказался на Кубе, ему армяне помогли, из Кубы он поехал в Америку, ему армяне помогли. То есть, везде он находит армян, которые... Ну, помогает, опять же, не знаю, кто-то суп дал, кто-то что. Ну, как бы это очень важно, потому что я сам так ощущаю. То есть, если, в принципе, я буду в какой-то любой другой стране, первое, о чем я подумаю, что мне нужно найти армян, либо найти армянскую церковь, ну, если у меня ничего не будет. То есть, это важно, что вот это, ну, как бы культивируется некое такое... армянство. Իսկ ինչո՞ւ Movies կինո ընկերությունը պատրաստում է ցեղասպանության մասին ֆիլմ նկարահանել. Нет, Enjoy Movies нет, потому что Enjoy Movies – это кинокомпания, которая специализируется на развлекательном кино. Ну, то есть мы снимаем в основном это комедии, мелодрамы, ну, вот там тоже «Ограбление по-американски», но это все равно развлекательная драма, да, я так называю. Снимать кино про геноцид – это невозможно сделать раз за русские деньги, потому что, ну, как бы, почему… Россия должна платить за фильм про геноцид. Ну, то есть, почему она должна инвестировать в это деньги? Ну, то есть, непонятно. Это все равно должно быть инициировано армянами. Ну, то есть, это должны быть армяне, которые заинтересованы в том, чтобы был такой фильм. И, соответственно, я таких армян не знаю, которые готовы давать деньги на кино. То есть, я никогда в жизни не брал деньги у армян. И, ну, нет такого опыта. И, соответственно, если будет хороший сценарий, то почему нет, конечно же. То есть можно, наверное, и в Америке искать деньги, можно в Европе искать деньги у всяких фондов. Я, наверное, не против делать такое кино, но я бы хотел, чтобы оно было очень масштабным. Ну, то есть все равно все фильмы, которые сняты про геноцид, даже «Шрам», «Шрам» стоит 15 миллионов евро, и там видно, что это, ну, как бы дорогой фильм. Но я думаю, что если мы хотим, чтобы весь мир про это услышал, чтобы вот точно так же об этом знали, как мы знаем «Список Шиндлера», мы знаем «Пианист», да, вот все истории про Холокост. Это кино должно быть на английском языке, в нем должны играть американские актеры, и это должно быть огромное кино там за 100 миллионов долларов. То есть тогда, как бы, ну, если мы увидим в армянском фильме, ну, в фильме про геноцид, не знаю, Роберта Де Ниро, Аль Пачино, там, вот этот разряд актеров, конечно, весь мир тогда скажет, а что это за история? Многие не знают про геноцид, многие не знают про армян. Я много путешествовал по миру, я как бы объездил весь мир, на самом деле, с фильмами. От Таиланда до Кубы, то есть я везде снимал кино, Мексика. И, ну, как бы, многие армяне думают, что нас везде знают, нас очень мало знают. То есть нас знают там, где есть армяне. Это Франция, это Калифорния, ну, там еще какие-то маленькие, возможно, города. Это Россия, соответственно, это, ну, и там Восток. Нас не очень знают. Поэтому, соответственно, когда мы хотим, чтобы мир признал геноцид, очень многие люди не очень понимают, о чем речь. Ну, как бы, чего мы просим? Ну, как бы, а вы кто? И, соответственно, чтобы люди понимали, кто мы, нам нужно о себе заявить. А заявить о себе, опять же, нужно не маленьким фильмом, который снят, ну, там, кто как с друзьями собрался, что-то сделал, а просто, ну, как бы, за огромные деньги, на, ну, как голливудская машина. Тогда все будет замечательно. И «Оскар» дадут, и не только Джордж Клуни приедет в Армению, все приедут тогда в Армению. Ну, то есть, это тоже политика, но уже другими средствами. Коммерциальный фильм «Хамар» – «Каревор» – «Дерасаннери Астхэйн Хумба» – «Лав сценара» – «Те финансакан горцоне»? Все важно. То есть, если мы говорим про коммерческий фильм, который должен заработать денег, то это изначально хорошая идея, ну, на которую людям будет интересно посмотреть. Я не знаю, к примеру, сейчас мне первое, что в голову пришло, там «Хэнкок» с Уиллом Смитом – это хорошая идея. Это супергерой-алкаш. Это уже изначально интересно. Потом, то есть если этот супергерой-алкаш – это Уилл Смит, это еще интереснее. И, соответственно, если это, на это еще есть финансирование, то вообще замечательно. Значит, такой фильм нужно снимать. И, соответственно, любое развлекательное кино, даже когда мы снимаем российскую комедию, то есть, да, там у нас был фильм, к примеру, там «Беременный». То есть Дима Дюжев, который играет в гангстерских российских фильмах. Мы его уговорили забеременеть, мягко говоря. И, соответственно, вся страна была в шоке, и все пришли на это посмотреть. Ну, то есть это как бы компонуется некомпонуемое, и тогда это начинает работать. Вот, ну, это такие... Было много таких примеров, когда, я не знаю, Джо Пеши играл в фильме «Один дома», вот этого неудачника-бандита, и это тоже работало.
Соответственно, когда Роберт Де Ниро стал играть в комедиях и использовать свой образ, но уже комедийно, все тоже стали на эти фильмы ходить. Ну, то есть, это работает во всем мире. То есть, изначально, да, хорошая идея, и на хорошую идею ты берешь правильного актера, который, от которого этого не ждут, либо наоборот очень ждут. И, соответственно, тогда будет успех. Вот, ну, я так воспринимаю. Եվ ինչ այն մուվիս կինոընկերությունը եւ ռեժիսոր Սարիկ Անդրեասյանը ապագայում ինչ ֆիլմեր են պատրաստում նկարահանել։ Ну мы каждый год снимаем где-то 4 фильма, и соответственно это 1-2 комедии, и вот сейчас мы уже мы хотим делать фантастическое кино, первое российское фэнтези мы будем делать. Мы экранизируем игру «Мафия», которую так, кстати, любят очень армяне в маф-клубах. Это вот мы купили права на эту карточную игру, и, соответственно, мы ее будем экранизировать. То есть мы ее уже сняли. Но это, то есть, опять же, мы переносим действие в будущее, люди играют за, в некой студии будущего, они умирают по-настоящему. То есть это, ну, как бы, если в реальной игре, ну, проиграл и проиграл, то здесь, если ты проиграл, то ты умираешь. И, соответственно, это такой большой экшен фантастический, то есть там за большие деньги. И, то есть в России еще такого не было. Вот как раз-таки этот фильм в апреле к нам приедут. Ну, когда уже более-менее будет готова компьютерная графика, а там 70% графики, приедут смотреть американцы, чтобы купить, чтобы они начали продавать на весь мир. Ну, то есть это как бы тоже впервые, чтобы вот люди приехали, хотя это на русском языке, но там такой большой масштаб и такой уровень компьютерной графики, что они готовы закрыть глаза на то, что это на русском языке. И мы будем еще снимать фильм про супергероев российских, потому что мы понимаем, какой большой, так скажем, ажиотаж по поводу «Мстителей», «Людей Икс», ну вот то, что делает компания Marvel американская. И мы думаем, что ну раз весь мир нуждается в супергероях, то почему бы, допустим, России, ну так скажем, СНГ, не иметь своих супергероев? И у нас будет армянский супергерой в этом фильме, Лер. Он будет управлять камнями, он как бы человек-земля. То есть он управляет камнями, он может делать землетрясения, то есть... Ну, такое, все, что связано, он может построить дом просто там, я не знаю, силой мысли. Он может облепить себя камнями и быть каменным воином. Это вот армянский супергерой. Есть у нас казахский супергерой, который, он такой, что-то между ниндзей и ассасином. То есть он быстро перемещается, управляет там мечами. Есть русский супергерой, который превращается в медведя. То есть, соответственно, ну, там, по типу Халка. И вот, ну, там, мы будем делать этот фильм, опять же, почему? Потому что... Мы хорошо понимаем, что армяне всего мира будут смотреть на своего супергероя. То есть мы просто хотим, чтобы когда маленький ребенок просит купить куклу, чтобы он просил своих родителей купить не Тора и не Капитана Америку, а Лера. Это очень важно, потому что это культура, которую мы все, так скажем, упустили. Ну, то есть вот 25 лет, когда ни в Армении, ни в России, ну, как бы все рухнуло, перестройка, нету ни кино, никто ничего не делает. И, соответственно, произошло то, что нету своих героев. Ну, то есть, последний герой – это Чебурашка. Ну, то есть, это все советские мультики. Современные дети, они уже не воспринимают это, им это неинтересно. Ну, как бы Чебурашка, ну, плохо нарисовано, ну, почему он должен это смотреть? А, соответственно, создавая новых супергероев, мы надеемся, что это опять же будет, ну, про нас. Ну, то есть, это будет развивать нашу культуру и наших детей и прочее. Ну, как бы у этого посыл такой на 20 лет вперед. Хочется, чтобы... Чтобы это сработало. Շնորհակալ եմ հետաքրքրական զրույցի համար։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մնացեք բարյավ։